Наталья Никифорова с музыкой, а потом Даниил. Девушкам надо уступать иногда. Всегда вперед выпускать. Нет, иногда, всегда не надо уступать. Можно музыку? Я уже не сказал. Скрежет челюсти злого волка. Красавица белая рысь. Только смерти им ждать недолго. Души птицами летят ввысь. Молоко с росой собирала я, на шабаш звала и сама туда. Сливала кровь, не боясь огня, угощала всех и пила до дна. Воду я гляжу, тихо ворожу, только ты, видать, позабыл меня. Что хочу узнать, то и покажу. Не прожить тебе. Только ты, мой князь, не достал меня. Звонко засмеюсь и мелькну в лесу. Побежишь за мной, я исчезну в раз. Криком закричу, испугну сову, и крестяся, ты скроешься из глаз. А зачем же, князь, вересковый путь ты избрал себе и за мной пошел? Лучше уходи или волком будь. Идишь на красу, кольцами жизнь и смерть свернула я змеёю серой на глазах тебе. Птицы вмиг сверкнула, злато серебро забрала себе. Полозом легла, на солнце сияла, искрами тебя все в себе маня. Я, невеста ночи, слезы оброняла, короля увидев северного дня. Ворожила. Я слезами своими омывала дорогу. Змею, лютому, злому, верой и правдой служила и глаза поднимала к небу, к светлому Богу. Я любви необычайно не просила, водицу я с тобой, милый странник, прожила бы счастливо. Но любовь озарила непутевую жрицу. Чувство, милая зыбка. Спасибо. Наталья Никифорова. Вот, понимаете, вот такой эффект удивительный сейчас, лично я испытал. Вот здорово, вот вы как бы, понимаете, вот, допустим, вот я эти вибрации, и все вместе, все было очень органично. А музыка еще я. Ближе микрофон. Народная, этническая, индийская. Ага. Ну что, что? Говори только в микрофон, Паша. В микрофон говори. Это единственный человек, который готовился, Паша сказал, внутренне. Спасибо. Мы услышали, понимаете, может быть у человека, допустим, бывает вот, уйди от камеры, внутри, ну, вернее, имеется в виду, вот человек, допустим, выступает, но вот у него какая-то слабость есть, допустим, в текстах, да, если это глазами читать. Но когда это как сценарий вот к какому-то вот чему-то, уходит все, я не про вас вообще, в принципе. Уходит и воспринимаешь вот это вот. Человек пришел сюда вот подарить свою душу действительно вот через это все вместе. Вот. Спасибо. Есть иные мнения, пожалуйста. Наталья Никифорова. Вот это... Наталья Никифорова, аплодисменты. Все, спасибо большое.